На прошлой неделе состоялся 5-й тур Чемпионата России. Первые матчи второго круга регулярного сезона уже сыграны, а это значит, нам есть о чем поговорить. Вас приветствует команда Кибербаскет. Let's go! Тройка лидеров осталась без изменений, а вот дальше нависает в воздухе интрижка. Brickwork, Strong Russia, Running Gunners, Orion и Пятигорск Eagles. Между этими командами произойдет гонка на выбывание. Суть в чем? Три путевки в стадию плей-офф, 5 команд на момент окончания 5-го тура. Orion в 5-м туре оформляет 3 победы из 4 возможных, и это означает только одно. Волгоградцы точно находятся в кондициях, близким к максимальным. Running Gunners пока что в поисках своей игры, а время-то уже поджимает. В матче против Strong Russia воцарился полный хаос. Командам потребовалось целых 7 попыток, чтобы совершить победный бросок. Но столичная команда нашла в себе силы довести дело до конца, и победа за Strong Russia. Нижний Новгород показали стойкость своего духа и совершили какой-то сумасшедший камбэк, который точно войдет в историю этого чемпионата России. Brickworks в матче против нижегородцев ввели 12-2. Разница в 10 очков, и складывалось полное ощущение, что игра уже проходит под диктовку московской команды. Но не тут-то было. Нижний совершает сначала рывок 10-0, а затем и вовсе переворачивает ход встречи с окончательным рывком 25. Что уж про команды и про команды, личные заслуги как вишенка на торте. Вячеслав АК King версия 2 Подоров выдал игру на грани фантастики, ну вот просто его было не остановить, и с этим ничего не поделать. Егор казахский гений Бекеев был на кураже и в защите против разыгрывающих играл бесподобно. Никнейм 100% оправдан, ночные кошмары для противников железобетонные. Слав Almighty Big Boy Хелем до сих пор у меня в голове не укладывается, как он это сделал. Хелем был везде, куда бы ни пошли соперники. На шаг, а может быть и на два, он точно был впереди планеты всей. Вещий сон или DeLorean под управлением Марти Макфлая останется уже на его совести. На этом обзор 5-го тура подошел к концу. Любите интерактивный баскетбол так же, как его любим мы, и услышимся уже в 6-м туре.